В самом центре открылся еще один зоопарк, сразу же после матча «Шахтер-Динамо». По количеству бабуинов, свободно гуляющих по полю, он по праву может считаться самым большим в Европе. А у нас в студии очевидец событий того вечера. Один из тысяч выбежавших на поле. Степан Гамадрил. Динамо! Динамо! Мы, конечно, понимаем эмоции от победы любимой команды, радость завоевания кубка, но на самом деле это обычные нормальные люди. Победа! Победа! Вы присаживайтесь. Вы в курсе, что из-за ваших действий уволили главного милиционера Киева? Уволили мента? Победа! Победа! Я знаю, что вы выложили фото на фоне поломанных ворот в Facebook. Что на это ответили ваши друзья? У меня нет больше друзей. Вот и я об этом. Ведь можно было как-то цивилизованно, по-европейски, ножницами. Слабаки, да я руками, я зубами ее. А нужно было головой думать. Не, я головой штангу ломал. Кстати, насчет штанги. Объясните мне вообще, зачем она вам нужна? Сувениры! Сувениры! Вот, после этого инцидента руководство НСК «Олимпийский» решило установить сетку вокруг поля. Металлическую. Вот из-за таких болельщиков. Ты что делаешь? Слышь, ты, Гамадрил, ну-ка быстро вкрутил обратно, иначе я тебе голову выкручу сейчас. Ну вот если бы стюарты так с нами говорили, то никто бы и не пытался рыпаться даже. Вот. Когда наши так называемые болельщики поймут, как нужно себя вести на стадионе, усвоят культуру поддержки любимых команд, это и будет наша маленькая футбольная победа. Победа! Победа! До встречи с новыми очевидцами! Победа!